Итак, «Полет ласточки» и финал спектакля «История дюймовочки. Зарисовки с натуры». Спасибо большое всем, кто нас смотрел, и до новых встреч. Спасибо! Счастливого пути! Thank you.
Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана – это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана – это баловень судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале «Вот».